Вот перед нами чехол на Samsung Galaxy S4. Вот он в прекрасной коробочке. Жесткая фирменная наклейка. Значит, сейчас мы посмотрим, что это за чехол. Открываем. Значит, вот чехол. Вот такой очень красивый, тоненький чехол. Значит, бампер у нас сделан из алюминия. Вот такие кнопочки аккуратненькие. Блокировки и громкости. И задняя крышка сделана из пластика с зеркальной поверхностью. Значит, как он снимается? Аккуратненько отщелкиваем его с двух сторон. Вот сейчас. Вот раз, все. Значит, сама крышечка пластик. Вот, есть решеточка для динамика, для камеры вспышки. И вот такой бампер, который снутри проклеен мягкой тканью, которая не дает поцарапаться нашему корпусу. Значит, вот такой вот спереди, когда мы вставляем сам телефон лицевой поверхностью, спереди у нас вот такая блестящая красивая полосочка. Вот, значит, вставили телефон, ставим крышечку назад, аккуратно защелкиваем. Все. Чехол готов к использованию. Ставим на место. Закрываем крышечку. Вот такой красивый чехол. Все, на этом видео закончено.